Доброе утро, мои хорошие. Как и обещала, показываю, как активировать купоны и как их применять. Для этого нужно войти в личный свой аккаунт через браузер, не через приложение. Вы можете это сделать и через телефон, и через компьютер. В правом верхнем углу нажать на иконку человечка и перейти в личный кабинет. Далее нажимаем на значок карточек, он получается третий по порядку. Первый человечек с плюсиком, потом кошелечек, и мы выбираем карточка. Карточки. Вот у нас представлены все купоны. Они разбиты по категориям. Смотрите, у меня, например, 11 купонов со скидкой в 55% на любое средство косметики для дома. Теперь я нажимаю «Активировать бонусы, карты или поделиться ими». Вы можете действительно либо воспользоваться картой сами, либо передать ее. Но даже если вдруг вас не устраивает скидка, да, например, 40%, она вам не нужна. Хотя я вам сниму в ближайшее время обзор, на какие позиции даже 40% это очень выгодно. Так вот, по-любому нужно активировать, потому что все активированные карты, они будут участвовать в розыгрыше. И еще такой важный момент, если вдруг вы не нашли свои карты, во-первых, проверьте, оплачен ли заказ, потому что пока заказ не оплачен, карты у вас не высвечиваются. Также, если вы брали вещи на примерку, то в том случае, если вы отказываетесь от вещи, именно на примерку, то есть когда вы оформили заказ, но не оплатили, а именно в пункте выдачи примеряете одежду и, например, отказались от какой-то позиции, у вас уменьшится количество карт. То есть карты фиксируются только после оплаты. Итак, нажимаем «Активировать». И вот у меня все эти карточки. У каждой, видите, свой номер. Вы можете отправить, поделиться картой через ВК, Одноклассники, Телеграм, WhatsApp. И, наверное, последний — это Viber. Так вот, но я активирую их все. Активировать. Мы сейчас с вами пару вкладок сделаем, чтобы я потом вам могла показать, как их применять. Так, все, я активировала. Видите, мне пришлось даже стрелочку нажать, потому что их 11 штук. Чтобы всех активировать, теперь написано «Доступно 11, активировано 11». Давайте теперь вот для душа тоже активируем. И еще одну категорию. Вот, уход за кожей. Все, мы их все активировали. Теперь переходим в корзину. Когда активировали, в принципе, можете через приложение, но на сайте быстрее это все открывается. Ой, смотрите, мне открыточку добавили. Теперь переходим в раздел «Персональные акции». И вот они, мои купоны и карты. Мы с вами как раз 3 комплекта активировали. И тоже горит 3 комплекта. Теперь в каждый раздел мы заходим по отдельности. Вот они, мои 3 набора. Выбрать товар. И у меня здесь прям прописано. Всего доступно к выбору не более 7 из списка. Так. Видите, в раздел... Какой-то у нас раздел для ванны и душа входит не только там гель для душа, но и, например, пены для бритья, бальзамы, дезодоранты, зубные пасты. Например, можно отсортироваться по увеличению цены, но я всегда сортируюсь по уменьшению цены. Вот, кстати, вот к вопросу о том, если у вас скидка всего 40%, выгодно ли ее потратить? Вот спрей антиперспирант Light, и у нас есть шариковый дезодорант, который тоже пролонгированного действия. На него крайне редко бывают скидки, поэтому вот он, шариковый дезодорант Ультра, и
Спрей антиперспирант Light. На него крайне редко бывают скидки, поэтому даже скидка в 40% это очень выгодно. И вот смотрите, я выбираю любые там 7 позиций. Так, вот давайте я выберу этот шариковый, например. Что еще здесь интересного? Вот, например, пену для бритья. Все, выбрала я 7 позиций. Нажимаю «Применить». Захожу в следующий список. Тут уже выбираю что-то для кожи. Точно так же могу отсортироваться по уменьшению цены. И выбрать, на что потратить. Ну, тут уход. Видите, просто огромное количество. Купон можно применить только на позиции, представленные в каталоге. Все, и вот выбирать. Вот тоже, смотрите, вам маленькая подсказочка, на что выгодно потратить купон. У нас есть система ABC пилинга, и она всегда на скидке. А именно в комплекте. Либо 2, либо 3. А вы можете приобрести отдельный шаг, который вам необходим. Мне, например, всегда нужен только химический пилинг. Применить. Тут я могу 6 выбрать. Так, и сюда, например, косметика для дома, 11 позиций. Точно так же я могу отсортироваться по уменьшению цены. Но это я уже в обзоре каталога расскажу, на какие позиции выгодно, потому что в каталоге большую часть позиций у нас скидка 50%, но все-таки есть те вещи, на которые выгодно потратить купон именно. И, кстати, обращу ваше внимание, вот у меня на товары для дома самая маленькая скидка — это 50%. То есть на товары для дома у меня нет купонов с 40% скидкой. Видимо, компания это предусмотрела, поэтому на товары для дома у меня скидки там 50, 55, 60, 65%. Вот и все, мои хорошие, я вам показала, как применять купоны. И проверяйте, если, например, вы не сразу утверждаете заказ, вы накидали корзину, а только потом утверждаете, перед тем, как все-таки утвердить этот заказ, проверьте, чтобы у вас на каждом средстве стояла пометочка, что вы применили купон. Если есть какие-то вопросы, конечно, задавайте их в комментариях. Я постараюсь на них на все ответить в следующем видео в обзоре каталога. Ну а на этом пока все. До встречи в новых видео.